Знаменательный день для южной столицы Дагестана. Накануне в Дербенте открыли новый спортивный зал для единоборств «Фалкон». Торжественное мероприятие посетили представители органов власти, титулованные спортсмены и местные жители. Давайте подбудем аплодисменты, сопроводим все вместе. Красная лента перерезана, это значит, что новый спортивный зал можно считать официально открытым. Почетные гости поздравили местных жителей с началом работы клуба единоборств «Фалкон». Юным дербенцам желали достижения больших побед. В первую очередь хочу поздравить людей, которые сегодня открыли этот зал, и кто будет здесь работать. И хочу пожелать успехов, и чтобы побольше было воспитанных, добрых, порядочных спортсменов, которые будут прославлять нашу республику. Конечно, условия, чтобы занимались ребята, очень хороший, уютный очень зал. Спортивный зал «Фалкон» включает в себя все необходимое. Светлое и уютное помещение площадью 190 квадратных метров, удобные душевые, раздевалки и даже парная. Руководителем клуба является чемпион мира по грэпплингу Мурат Нурудинов, который на протяжении нескольких лет занимается тренерской деятельностью в Дербенте. Хозяин этого клуба, помещения, это Ахмед Гаджи Магомедович. Вот он предоставил нам этот зал. Он был, но его переоборудовали. Вот это все они сделали за свой счет. Это частное помещение, которое он мог бы дать и на другое, или на чайхану, или на кальянную. Но я благодарен ему, что он все-таки заботится о молодежи. На сегодняшний день количество оборудованных залов в Дербентском районе, да и вообще в Южном Дагестане, можно перечесть по пальцам одной руки. Открытие нового клуба заметно повысит результаты местных спортсменов, уверены приглашенные гости. Для молодежи это необходимо было, чтобы здесь открыли зал. Второй город по величине в республике, и мало таких залов было в этом городе. Большая благодарность Мураду за то, что он приехал в этот город, что развивает спорт, развивает нашу молодежь. Перед гостями мероприятия выступили воспитанники секции грэпплинга. Юноши показали мастер-класс, демонстрируя всю основную технику этого вида спорта. В зале проводится набор в спортивные секции по самым разным направлениям. К тренировочному процессу могут присоединиться ребята любого возраста. Работа планируется в ежедневном режиме с утра до позднего вечера. Таким образом, желающие подключиться к занятиям могут выбрать удобное для себя время. Как вы видите, сегодня у нас предоставлены такие все условия. Груши, зона кроссфитовская, ковер шикарный. Все условия для нормальных тренировок, я думаю, не хуже зала в Махачкале. Для Дербента очень шикарный зал. Поздравить дербенцев с открытием нового клуба прибыли титулованные дагестанские спортсмены. Комфортные условия, созданные для подопечных, достойны того, чтобы растить здесь будущих звезд спорта, уверены приглашенные гости. С открытием нового зала все больше и больше молодежи двигается в правильном направлении, и воспитываются они именно под руководством таких тренеров, как Мурат. Очень, наверное, все наслышаны о его воспитании. Я желаю, чтобы в этом зале выросло очень много хороших спортсменов, прежде всего, как люди, а потом, чтобы они были чемпионами. С открытием нового спортзала у юных дербенцев не только появилась возможность с интересом и пользой проводить свободное время, но и достигать новых спортивных высот. Курбан Рагимов, Джалал Магомедов, телеканал ННТ, Дербент.